То есть мы здесь поем в зале на низких тональностях. Потому что когда мы говорим между собой и просто поем, вот это ре мажор, мы сначала с ре мажор начали, потом перешли на ми. Переход делается очень просто. Вот я один аккорд взяли, берем через клавишу раз, через клавишу два, через клавишу три. Следующий аккорд в ре мажоре также через клавишу раз, перепрыгнул два, три. То есть тональности, переходить с тональности на тональность очень просто. Три аккорда выучить и потом просто пляшите по всей. И третий аккорд вот такой, через клавишу раз, через клавишу два, через клавишу три.